Видео подготовлено онлайн gdz.net. Задание номер 2623. Расстояние АБ равное 110 км. Турист прошел за 3 дня. За второй день пути он прошел на 5 км меньше, чем за первый, а за третий – 3 седьмых. Расстояние пройденного за первых 2 дня. Сколько километров проходил турист за каждый день пути? Пусть x километров он прошел за первый день. Прошел в первый день. Тогда нам известно, что за первый день он прошел x плюс за второй день на 5 километров меньше x минус 5, а за третий плюс за третий он прошел 3 седьмых от и всего он прошел 110 километров. Таким образом мы получаем уравнение, в котором получаем такое уравнение: x плюс x минус 5 – это 2x минус 5x. Ой, только не 2x, а x в квадрате. Минус 5x плюс 3 седьмых умноженное на 2х – это 6х седьмых. Нет, то есть смотрите, это у нас не так. Так, здесь у нас не х квадрат, а все же 2х, потому что х плюс х – это 2х. Здесь у нас не умножение, а плюс. Минус 5 плюс 3 седьмых, умноженное на 2х, минус 5 на 3 – 15 седьмых, равно 110. Обе части уравнения умножим на 7, чтобы избавиться от семерки в знаменателе. Получим 14х минус 35 плюс 6х минус 15 равно 770. Отсюда мы получим, что 20х равно 820. Ну, а, соответственно, х равен 41. Ответ. В первый день он прошел 41 километр. Во второй – 36 километров. И в третий он прошел 33 километра. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.